Биткоин вернет свои позиции, уверен глава Российской ассоциации криптовалюты блокчейна Юрий Припачкин. Он считает, что биткоин уже в марте преодолеет рубеж в 16 тысяч долларов, а к концу года будет колебаться в районе 30-50 тысяч долларов. Колебания цены биткоина произошли из-за негативной информации, нахлынувшей из Китая, Южной Кореи и Японии, и хакерских атак. Мировая общественность заняла позицию наблюдения. Сенат США не принял мер по ограничению, а ЕС продолжил признавать, что криптовалюта – часть индустрии. Общее состояние криптовалютного рынка на сегодня Юрий Припачкин оценивает позитивно, и поэтому рост биткоина неизбежен.